Блин, о! Охренеть. Всем привет, ребятки. Мы продолжаем вместе с Ромой играть в Brick Riggs. Всем привет. Мы сегодня решили записать очень интересный видосик. Снайпер, точнее, какой снайпер? Стоп. Гранатометчик. Да-да-да, гранатометчик на Лего Небоскребе против машинок. А я и смотрю, где ты делся? Я облетел весь небоскреб, а тебя нет, а ты здесь. Вот, ну короче, все будет сегодня эпично. Мы уже что-то подобное записывали, только у нас был гранатометчик, ну и снайпер тоже. Мы про снайперов такой же выпуск записывали, только они были у нас на Лего огромной башне. А на этот раз мы решили заспавнить огромный Лего небоскреб, посадить туда Лего Боба с гранатометом и попытаться выжить. Ну все, начинаем. Кстати, выпуск про снайперов тоже не за горами, будет в скором времени. Тихо. Давай, едь, машинка. Моя главная задача — уничтожить этот небоскреб, вдруг кто не понял. Да, Рома, везет. давай, стреляй лучше. Ой, блин. Я знаю, этот небоскреб очень крепкий. Ты сам себя завалил? Малорик. Ты так плюхнулся прям красиво. Ну, полицейский разворот. Давай, машинка, едь. Ой-ой-ой-ой. Не, я тебе такой форы не дам. Ты специально мажешь или нет? Нет, я не могу попасть. Я реально не могу попасть. Серьезно? Да. Не, я вроде с гранатомета нормально стрелял. Все, фора закончилась. Ай, блин! Ну ладно, ты меня обманул, я понял. Ладно, будем играть мы по моим теперь правилам. Я буду сдалека разгоняться и таранить твой этот гадский небоскребчик. Пускай она разрушится. Тихо. О-о-о. Ладно, я теперь вижу, да, то, что ты поддавался. Ёп. Нет, меня носить начало сильно носить. Ах! Охренеть! Но все равно я врезался. Да, ну... да, вот отсюда я буду теперь разгоняться. Блин, надо было машинку получше взять. Ну ничего, если что, сейчас поменяю, если не получится, за пару попыток. Кого вижу. Видишь? Да, машину надо получше, а то это, она не особо и быстро, и носит ее. Давай, блин, рухлить. Это дедушкино ведро. Да, все, могу. А сейчас попадешь. О. Ладно, сейчас я разгонюсь. Блин, это реально было рядом. Да не все. Да ладно, хватит играть в поддавки. Ну ладно. Ну это было тоже близко. Сейчас я разгонюсь. О, он с упреждением стреляешь как жестко. Все, я от первого лица. Не жди пощады. Хорошо. Ох. Ай, блин, ты снова взял и просто меня убил. Врезался? Да, немножко. Вот так потихоньку я буду коцать твой небоскребчик, и он в итоге развалится. Короче, давай, у меня последняя жизнь, и я машину поменяю. А то это вообще что-то никакая. И не быстрая, и не медленная. И ой, носит ее. И, блин, я промахнулся. Меня занесло, меня занесло. Ой-ой-ой, как повезло. Ну давай, машина. Подожди, я на детальке застрял. Ты это видишь? Еле-еле смог я выехать. Я тебе взад попал, а ты не умер? Нет, не умер, ты мне багажник снес. У меня же там денег было много. Где теперь мои деньги? Ой, блин. У меня теперь этот, хэтчбэк. Был седан, теперь хэтчбэк. Взял мою машину, модернизировал. Экзибит. Прокачано. Блин! Я поздно высадился, ты уже колеса от меня пробил. Окей, машину сейчас давайте я поменяю. Все, давайте поменяю машинку и продолжаем. А что ж ты на мою машину-то насилуешь? А! Нет. Не попал? Да ёп. Ой! О, это другое дело. Бэтмобиль.
Не, это машина зомби-апокалипсис. С Mad Max'а, короче. Без пулеметов, правда. Я думал, у нее будут пулеметы. У нее спереди специальные такие, типа, зубья. Зубцы. Она меня подкинет. Ну, не знаю. Посмотрим сейчас. Ой, ну все, промахнулся, задница тебе. Тем более. На! Ой-ой-ой-ой. Ты падаешь? Нет, стоишь. Нет, ты упал. Блин, ты мне колеса мне разбил. А я полный. У меня полный привод. Все, ты помер. Переспавнивай, небоскреб. Сейчас. Это было капец жестко, да? Вообще. Мне понравилось. Машина топовая. Буквально один разочек и прощай, Рома. Называется. Что, ты уже гранатомет зарядил? Да. Все, стреляем. Ну да. Блин, там что-то у меня отлетело внизу. Блин, меня занесло из-за этого. Ты мне кабриолет сделал. Ты мне не попал. Да я знаю. Ты мне попал под днище. У меня отлетели детали. Я из-за этого начал, короче, дрифтить. И ты мне из-за этого попал. Ты пытаешься колесо отломать. Я понял. Сегодня у тебя счастливый день. Ага. Все. Нет. Ну давай, машина, блин, едь, что ж так тебя носит? Я тебе подаюсь. Да я знаю. Ну а ты стреляй при меня, давай, стреляй. А то потом будут писать. А, давайте без поддавков. Отписка. Да я даже не поддаюсь, не могу попасть. Окей, ладно, ладно, ладно. Колесо разлилось, оно дальше идет. Ты меня вынудил сделать это. Блин! Прям в морду. И, кстати, машина целая дальше едет. Доедет, доедет. Я в ней не сижу. Уничтожаю ее. На. Она дальше, кстати, едет. Это прочная. Колеса, если бы не отлетали, то вообще было офигенно. Ты уверен? Блин! Ни хрена себе! Я успел выпрыгнуть. Эй, только попробуй это сделать. Пока. Нетушки, нетушки, не пока. Ой, я в небоскреб нечаянно сел. Где тут сидушка? Где сидушка, блин? Походу она вылетела. Ну ладно, сейчас мы ее найдем. Нет, она не вылетела, она... Вот, я вот отсюда давайте разгонюсь. Во. Ничего себе, так далеко. Ну, чтоб ты не смог по мне попасть так легко, и чтоб я смог разогнаться. Ничего, я сейчас тоже залезу на этот небоскреб. Возьму РПГшечку. И буду пытаться тебя убивать. О, ну пофиг. Едет, едет. Машина едет. На, ни хрена себе! Ты летишь вниз. На. Тебя так переколбасило. Машина жесткая, буквально одно попадание. Она, кстати, целая. Я могу, в принципе, вроде на ней поехать дальше. Да. Что-то она какая-то это, да. И вообще, терминал. Блин, ты меня только выбиваешь. Ладно, давай я теперь на небоскреб. Эй, у меня патронов нет. Блин. Я теперь давайте на небоскреб залезу, возьму в руки гранатомет. Ну и мы будем уничтожать лего-машины. Поехали. Сват-мобиль у тебя? Да. Ты готов? Я уже и так стреляю. А я вижу. Ой, как рядом-то. Нет, ты меня сейчас вынесешь с одного, блин, удара. А рядом... О, ты перевернулся, да? Или... Да. Да-да-да. Я перевернулся. На! О-о-о-о! Капец, сразу... прям в движок. Ты весь загорелся, топово вообще. Чё-то какая-то легкая.
Переспавнивайся куда-нибудь подальше. Так, куда вот? Опа-на, я тебя вижу. Так сразу. Ну я просто покрутился, короче, повертелся и увидел сразу тебя. Не, это далеко, по-моему, да, сильно? Не, кстати, нормально. А я понял тактику, как уворачиваться. Ну, зигзагами ездишь, вся тактика. Да, ну, да, она да, не да. всегда работает. О, воу-воу-воу! Серьезно? Я попал. Ты не сидушку вывел. Да я вижу. Машина, кстати, целая, да, вообще почти целая. Там, ну, перевернулась только. Даже колеса целые, одно только отвалилось. Так, и где ты теперь? Ты такой... Вот, вижу, вижу. Черненький, маленький. Черненький, маленький. О, о, рядом, рядом, рядом вижу. Ой, все. Да. Снова двигатель. Да. Сегодня, походу, ты затащишь меня. Да не. Все равно ты меня сейчас через минут 5 завалишь, я думаю. А нет, ты мне сразу движок стреляешь, я... Так я еле-еле могу попасть, я не всегда могу попасть. Там машину поменяешь, если что. Ой, это походу... В колесо! Блин! Колесо! Блин, 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 блин! Блин, нет! Нет, нет! Блин, я упал! Повезло тебе. Я возле, рядом, да, вижу, вижу. Капец, тебе повезло. На меня что-то еще и сверху небоскреб не упал. Рома взял новую машину. BMW. Дрифтовую. Я не могу нормально поехать на ней. Так ты остановись, да поедь. А ты попади. Подожди, я небоскреб как-то криво поставил. Во, теперь будет поровнее. Все, сейчас... я поехал. Окей, сейчас попаду. Блин, ты переспавнился. Нет. Нет? А, ну это, наверное, задержка. Но! Машина, ты видишь, крепкая, она, ну, почти целая. Колеса только задние поразлетались. Она очень крепкая. Так, где ты, где ты? Слышу, слышу. Рельс. Вот. Ты, кстати, белый почти. Ты такой бело-голубой. Из-за этого сливаешься. Да. Ой, все, походу вот, опять я. На белых квадратиках ты слив. Да ты пыхнулся. Нет, нет. Я тебя в полете завалил. Я не врезался. Я не врезался. Я в полете тебя завалил. Да я видел. А что ты не врезался, кстати? А меня завернуло. А, завернуло. Ты ехал, ехал и не врезался. Я думал, все. Я уже даже суициднулся. Ну ладно, не считалось. Небоскреб главное, не моя жизнь. Ой, стреляешь. Ой-ой-ой. Ждем. Да все, изи, win. Блин, то снова. Что? Что? Как ты промахнулся? Подрифтуй напоследок. Ну окей. Да тебе долго не жить с таким дрифтом. На, о, ты, кстати, живой. Ой-ой-ой. Прощай. Не надо. Да, живой. Капец. Эй, чё, у меня гранатомет сейчас так баганул? На. Я думал, ты не убьешь меня. Гранатомет багуется, он мне ракету засовывает как-то странно. Так, слышу снова. Собри, а вот, капец, ты сливаешься жестко. О, под колесо, ой, да? Ой, развалил, развалил. Ну все, прощай. Доеду. На. О. У тебя багажник отлетел, так интересно. А где ты? Куда ты улетел? А, вот он, ты валяешься. Не, я звуки слышу, я по звукам ориентируюсь. От первого леса буду сейчас на тебя ехать. Окей. По звукам, да, ориентируюсь, так что, ну, в принципе, ничего сложного. Ай, блин, немножко выше взял. Уже попал бы, немножко выше просто взял. Ой, блин, это опасно. Ладно, главное не нервничать. На! О-о-о! Ты подлетел так, прям перед небоскребом. Ну все, финальный, решай. Блин! Я сам себя завалил. Да как-то по-дурацкому здесь стрельба происходит возле предметов. Ну-ка, погоди-ка. Я не могу повернуть. В PUBG, кстати, такая же фигня. Ты если туда, как я сейчас стоишь, стреляешь, то ты сам себя завалишь. Я врезался. Неплохо врезался. Я боюсь просто стрелять сильно под себя.
Это я, наверное, сейчас... Ладно, не буду уже бояться. Да, блин, ты переспавнился. Нет. Я в полете тебя завалю. Нет. Я суициднулся просто на тебя сверху. Ну, машина капец у тебя крепкая, конечно. Она такая. Блин, я не успел перезарядиться, а ты уже едешь. Попал? Опа. Да, развалилась. Но не колеса. О, под капот, короче, да, под передние колеса я попал. Все, у меня двигателя нет, я не поеду. На. Да просто. Что-то. Она, кстати, не загорается, но это хорошо, то есть ты живой, в принципе, остаешься. Так, ну я тебя снова слышу. Вот он ты. Ой-ой-ой. Кабриолет, да, теперь? А, не. Все. Нет, 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 нет. А почему? Я промахнулся. Я не еду здесь задом. Может, я тебе что-то там отбил. Она медленная. Нет, я... классно. Можешь машину поменять, если хочешь. Да сейчас. Будешь меня? Ну да, в последний раз и поменяешь. Хочется зрителю побольше, наверное, машинок. Блин, охренеть. Просто там секунда. Да я все думал, я промахнулся. Ты меня как-то резко ты пыхнулся, я попал. Все, изи. Ты попал! Я проехал. Она дико быстрая. Блин, у меня ракета даже за тобой не успевает. О! Ты перевернулся. Ты это видишь? Вижу, вижу. И ты, кстати, целый, вроде даже более-менее на ходу, да? Да. Сейчас приду. Да я знаю, да? У меня была эта машина. Ты стреляешь? Да. Ой, как тебе повезло. Не могу упасть из-за высокой скорости. Под колеса нет, блин! О-о-о-о-о-о-о! На меня небоскреб упал. А я живой. Я еще и вылез. Ну, короче, задница твоей машинки. Ну, в принципе, ты небоскреб уничтожил. Можно уже и заканчивать. Нет. Что ты еще хочешь? Пощади. Ты хочешь умереть? Не убивай. Хорошо. Ах ты ж. Хотел меня обмануть. Сейчас я. В принципе, это все. Подписывайтесь, ставьте лайки. А у тебя good mod? Да, ты догадался. Все, отойди от меня, машина. Всем пока-пока.